Я в жизни видел много разных дружб. Один за дружбу принимает веру. Другой же в ней, подобно землемеру, пытается отрезать личный куш. А третий, загуляв в своих страстях, надеется найти спасенье в друге, как будто узник, мечется в испуге с грехами, перепутав смертный страх. Есть дружба, утонувшая в пучине забытых лет, что с легкостью доверчивой игры застыла в виде фото на камине. Полвека разменяв в своих годах, я понимаю слово «дружба» строже, когда поступки ценятся дороже, а не слова и чувства на словах. Здесь возникает дружба поведения, здесь мощь плеча и сила скудных фраз, и ясность глаз, и боль не напоказ, когда ты ищешь верное решение, и новый круг спиралью бытия рисует провидение тревожно, сплетая судьбы наши в узел сложный, который называется «Друзья». Средину! Товарищ полковник, личный состав ветеранов...